Итак, сегодня покажу мой отчет за неделю для проекта «Свяжи себе пару». В первую очередь я начала вязать из колючей пряжи. Вот эти носочки у меня уже были. И я связала еще одну пару, вторую пару, третью пару, четвертую пару и пятую пару. То есть всего за неделю я связала 5 пар носочков. Вот эти малыши были связаны на 28 петель для недоношенных деток. Эти носочки я передам в нашу группу. Наш клуб нашего города 28 петель, а они уже передадут в областной перинатальный центр. Вот эти носочки получились из двух моточков ангоры. Ну, вернее, это были не моточки, прямо остатки от моточков. Белая — это ангора, а серая — это тоже какая-то полушерсть. Это моему сынули на возраст 4 года. Прямо ему как раз. У него размер обуви сейчас 28-30. И немного более подробно или поближе. В принципе, раньше носочки не особо любила вязать, не умела, такая изнаночка, но сейчас как-то втянулась. Таким образом выглядит смена нити. Мне очень нравится. Хвостиков было совсем-совсем мало. И вот здесь такое же переплетение. Уже мерила сынули. Ему прям хорошо. Эти носочки такого же плана. Просто маленькие. Хорошо тянутся. Это все из остатков пряжи. По-моему, даже это деревенька, если я не ошибаюсь. Вот такой улов на этой неделе.
показать, что я привезла с собой. Вот такие носочки. Я уже вязала давно. Хочу еще раз повторить эту модельку. Также попробовала такой узор, но я вот это распущу, мне особо оно не нравится. Это из вот этих трех получается. Плюс я взяла хлопок. Желтый-синим, что-то из этого. Ну и, конечно же, красный клубочек. Хочу попробовать носки спиралью. Вот как раз, думаю, мне хватит этого.